Эвакуация эвакуационным подразделением ремонтного снабжения батальона с города Душанбе и из Кургана. И, соответственно, техника также эвакуируется с блокпостов, которые находятся на границе Республики Таджикистан. Это военнослужащие Республики Таджикистан, механики, водители и наводчики находятся здесь с нами, соответственно, и также присутствуют в ходе проведения ремонта. Также они проходит обучение и даем им навык по проведению ремонтов вооружения и военной техники.